начнем с Амкала. Коваль переходит в команду Германа. Как вам такой заголовок? Я это поздравляю. Более того, долго молчавший в российском медиаполе Санек сделал аналитику по Амкалу. Правда, вот такую. Амкал будет проигрывать до тех пор, пока что-то не поменяет в своей команде. Нужны перемены. Меняют тренера. Первый раз поменяли неудачно. Стал Вася Маврин. Это вообще провал. Ну ладно, конечно же, ни в каком Амкале Сани Коваля не будет, да и в Тутроцево не будет тоже, а речь идет о другом Ковале из Наспорте. Вот он в подборке того самого тренера Димона. Вот ведь Амкал забрали у так называемых по Сибскане мерзких Наспорте Дуба, Петровского, Гриню, теперь хотят Коваля, что там еще, Еловских уже на проводе. И вроде бы на самом деле не нужен этот Коваль Амкалу. Ну, во-первых, на позиции левого латераля в Амкале уже есть Левшук, а Левшук на поле это топ, а на скамейке это Токс. Ну и плюс ко всему Герман же сам говорит, Сослан никогда не отпустит Коваля. Я думаю, что Коваля, который латераль из Наспорте, я думаю, что Артем Хачатурян и Сос Гатагов максимально не отпустят его. Но учитывая, что болельщики в комментариях действительно очень хотят Коваля в команде видеть, учитывая, что есть история фамилии Коваля, я ставлю вероятность трансфера примерно 65%. Только здесь Коваль должен сам понимать, что главным героем, как в Наспорте, здесь он не будет.